93 года назад вышел первый выпуск газеты «В бой за коллективизацию». За минувшие десятилетия она сменила несколько названий, и вот уже более 30 лет известна всем жителям города как «Видновские вести». С годами сменилось несколько поколений сотрудников, появились новые рубрики. Неизменным было лишь одно – любовь журналистов к своему делу. Коллектив газеты, как любой творческий коллектив, он как оркестр. Если он расстроен, то ничего хорошего он не сыграет. А вот если он хорошо настроен, в хорошем настроении, то и номер выйдет, как всегда, в самом хорошем качестве, к чему мы стремимся. На настоящий момент самый опытный автор газеты – Этери Кабиридзе. Она работает здесь уже 33 года. За это время многие герои статей стали для нее по-настоящему близкими людьми. А все потому, что каждую историю Этери Акакиевна пропускает через себя. Мы стараемся, журналисты, в каждую свою заметку, в каждую свою статью все равно вложить частицу своей души. Потому что мы не блогеры, мы именно журналисты. Мы хотим передать новости не сухо, а именно так, чтобы читатель почувствовал нашу позицию. А позиция гражданская, общественная, она важна для каждого человека. Несмотря на почтенный возраст, издание идет в ногу со временем и постоянно развивается. Главная задача – сделать газету интересной широкому кругу читателей. При этом важно сохранять традиции и не забывать историю. 2024 год объявлен президентом годом семьи. В связи с этим совместно с Видновским благочинием и Подольской епархией появилась идея расширить нынешнюю рубрику «Свет истины», сделать ее масштабнее, довести до отдельного, возможно, в будущем приложения. Кроме того, газета «Видновские вести» регулярно проводит викторины и конкурсы среди читателей, активно задействует социальные сети. Желаем нашим коллегам не останавливаться на достигнутом и реализовывать все свои идеи. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.